Здравствуйте. В прямом эфире программа «События». Новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер. Главные темы выпуска. На низком старте городские службы готовятся к снегопадам. Чтобы не было сбоев, перевозчик объяснил пассажирам, как правильно расплачиваться картами в транспорте. Почувствовать себя принцессой — в Самаре прошел юбилейный инклюзивный бал. На Самару надвигается снегопад, осадки ожидаются уже завтра. В среду синоптики прогнозируют, что может выпасть до 10-12 миллиметров. Все самое актуальное о готовности профильных служб по изменению погодных условий, а также о других сезонных работах обсудили на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства. Андрей Горгуленко подробнее. Снег в Самаре будет идти два дня – в среду и четверг. Но для коммунальных служб это не должно стать сюрпризом, отметил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко. Уже с начала этой недели на уборку городских улиц выходит все больше людей и техники. Только за минувшие сутки на дорогах убирались 239 спецмашин и 309 дорожных рабочих муниципального предприятия благоустройства. Вместе с тем начался и вывоз снега на полигоны. Первая порция небольшая – 225 тонн. Управляющим организациям и администрациям районов поставлена задача усилить контроль за наличием инвентаря. Это штатная ситуация, только чтобы она для нас не превратилась в форс-мажор. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства говорили и об украшении города новогодней иллюминацией. Подключением занимается муниципальное предприятие «Самарагорсвет». Почти во всех парках города монтаж гирлянд закончен. Сегодня завершаются работы в Струковском саду. Кроме того, Владимир Василенко поручил добавить праздничных огней на аллее трудовой славы. Надо посмотреть для понимания картины, что же Новый год связан с годом 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, поэтому в этот момент он, тем более триумфальная арка, она именно левая. Давайте мы еще себе запишем, пока время есть, и это делаем. На набережной в Игоньках уже деревья, фонтан на Ленинградском спуске, детские площадки и каток. Перед новым памятником Алабину установлена световая ель и украшена лестница у Софийского собора. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. На главную елку города установили звезду. Еще совсем немного, и площадь Куйбышева будет полностью украшена и готова к предстоящим праздникам. За подготовкой проследила Мария Левина. Первые годы после революции новогодняя елка считалась буржуазным пережитком. А в начале 30-х годов и вовсе грозила советскому человеку многими неприятностями, вплоть до увольнения с работы. Этот праздничный атрибут находился под запретом вплоть до 35-го года. Но потом неожиданно вспомнили, что даже Ленин бывал на детской елке в Сокольниках. Их хвойную красавицу реабилитировал лично Сталин. Современные же горожане не представляют главный зимний праздник без ели. С появлением в городе украшений настроение сразу улучшается, признаются самарцы. Чувствуется приближение Нового года? Ну вот, глядя на все эти украшения, конечно, чувствуется. Мы вот на Ленинградской живем, там уже тоже Мишка стоит красивый очень, часы. Город становится красивый, елки красивые, по всему городу огонечки. Настроение сразу другое, праздничное. Елочный комплекс из 7 искусственных деревьев уже установлен и частично украшен. Главная красавица высотой 25 метров установлена. Кроме игрушек, здесь будут медиагирлянды, а тема этого года пока в секрете. Сейчас монтажники вешают гирлянду с 14 тысячами пиксельных шаров на центральную елку. Ну и, конечно, главное украшение – звезду. Сейчас гирлянды повесим. Нормальное настроение, рабочее. Ну, праздник-то чувствуется. Праздник, конечно, чувствуется для горожан. Сама елка будет красивая. С праздником будет хорошо, поздравлять. На площади появятся ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Свои двери откроет и резиденция главного зимнего волшебника страны. Там можно будет загадать желание. Вскоре здесь соорудят деревянную горку и катки. В этом году их два. Один для хоккея, на другом смогут прокатиться все желающие. Новогодние гуляния на площади начнутся 31 декабря в 10 вечера. Мария Левина, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Сгоревший ужин. Стали известны подробности крупного пожара, случившегося в ресторане на Московском шоссе. Эксперты уверены, что рано или поздно что-то подобное здесь могло произойти. А вот представители общепита говорят, что огонь вообще вспыхнул в соседнем здании. Мария Левина на месте разбиралась, что к чему. Вечер в ресторане быстро перестал быть томным. На пульт пожарных поступил вызов.
Загорелся один из ресторанов на Московском шоссе. Из помещения эвакуировали 25 человек. Погибших и пострадавших нет. Нам удалось поговорить с представителем ресторана. Представляться она отказалась, но уверяет, очаг возгорания в соседнем здании. У нас в ресторане ничего не происходило. Нам когда пожар случился? Приехали пожарные, нас эвакуировали. Сказали, что за нами горит здание. У нас пожар. Выйдите все, будем выяснять. У нас не было пожара поставки. Как бы то ни было, но по официальной версии пожарных горело здание по адресу Московское шоссе 2В, где и располагается ресторан. Возгорание началось в вентиляции ресторана. Причина тому – нарушение при проектировании. Его допустили еще прежние арендаторы помещения. Горение жировых отложений в вентиляционной шахте. Мы не разделяем, какое кафе, чье там горело. У нас адрес был Московское шоссе 2В. На тушение пожара у спасателей ушло более 4 часов. Работали 70 человек. Чтобы добраться до очага возгорания, потребовалось разобрать крышу. Пожар охватил свыше 100 квадратных метров. Ему присвоили повышенный ранг сложности номер 2. Сейчас в здании проводят ремонтные работы. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Почему СМС о списании денег задерживается? Не снимут ли средства два раза? У пассажиров Самарского общественного транспорта после введения электронных способов оплаты скопилось немало вопросов. На них сегодня ответили специалисты. Андрей Горгуленко все разъяснит. Каждый рабочий день Натальи Махалиной, кондуктора с 13-летним стажем, начинается с наведения порядка в салоне автобуса и проверки терминала для оплаты проезда. Это сейчас без него в рейс не выйдешь. А раньше, вспоминает кондуктор, новшеству противились. Но со временем стало понятно, что терминал только упростил работу. Конечно, помогли. Очень много времени занимает, когда денежные средства собираешь, а когда банковской картой расплачиваются или студенческие карты, быстрее получается и пенсионные карты. Очень быстро обелечиваешь людей. В час пик особенно очень даже удобно, очень удобно. Сейчас проезд в общественном транспорте можно оплатить сразу несколькими способами. Наличными, банковскими картами, в том числе и при помощи смартфонов, а также специальными электронными проездными. Пользоваться ими очень просто, отмечают не только кондукторы, но и пассажиры. Это быстро и удобно. Школьникам, студентам и пенсионерам транспортные карты позволяют еще и экономить на проезде. Ну, во-первых, мелочи нет, сдачи нет. Приложил, сложил, и быстрее. Конечно, удобнее. 100 раз. Столкнулись ли с какими-то сложностями, может быть? Нет, совершенно нет. Транспортной картой можно платить только за себя, а вот банковской или своим смартфоном со специальным приложением можно оплатить проезд 5 человек. Для этого достаточно приложить средства к терминалу кондуктора и дождаться печати билета. Кроме того, кондукторы рекомендуют прикладывать карту или смартфон к верхней части терминала. Тогда оплата пройдет успешно. Многие пассажиры переживают, что с них два раза спишут деньги за одну поездку. Особенно, когда кондуктор несколько раз прикладывает карту к терминалу. Но оператор успокаивает. До тех пор, пока чек билета с терминала не вышел, оплата не засчитана. Кроме того, пассажиров беспокоит, что СМС о списании денег приходит гораздо позже. Это связано с тем, что терминал работает в офлайн-режиме и только записывает информацию о платеже. Списание денег с карт происходит, когда кондуктор после смены подключает свой терминал к интернету. В этот момент приходит настоящий сеанс связи с банком, и вот тогда приходит реальный СМС о списании денег. То есть пассажиры просто по незнанию пугаются и думают, что это два раза с них списывают за проезд. Нет, это не так. Таких ситуаций у нас не было ни разу еще за 7 лет. Поэтому пассажиров просят сохранять необходимое количество денег на картах до тех пор, пока оплата не пройдет, чтобы их карты не попали в стоп-лист. Разблокировать ее, если это все же произошло, можно в отделении своего банка. А отслеживать баланс своих транспортных карт и пополнять их можно в личном кабинете на сайте, указанном на экране. Свои вопросы можно задать и во время бесплатного звонка на телефон горячей линии, который также на ваших экранах. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Разгрузить самарские дороги, повысить привлекательность общественного транспорта. В Самаре вскоре появятся платные парковки и большая их часть в центре города. Все это часть проекта «Умный город». Его детали выяснил наш корреспондент. Все для того, чтобы в городе было удобно и комфортно жить. В Самаре планируют создать платные парковки. Большая их часть появится в центре. Скоро откроется Фрунзенский мост и резко возрастет автомобильный трафик. Платные парковки, как способ разгрузить улицы, мировая практика. Это позволяет сократить поток частных автомобилей и повысить популярность общественного транспорта. Итог – город, который не задыхается в пробках. Город достаточно серьезные трудности испытывает в части того, что у нас очень большое количество автомобилей, особенно в исторической части города. Поэтому городу это нужно для того, чтобы снизить нагрузку на уличную дорожную сеть, повысить привлекательность общественного транспорта. На обустройство платных парковок не будут тратить бюджетные деньги. Городские власти планируют по результатам торгов найти концессионера, частную компанию.
В качестве компенсации последняя в течение нескольких лет будет получать доход от парковок, но часть его будут направлять в городскую казну. Эти деньги потратят на развитие общественного транспорта. Предварительный перечень улиц уже сформирован. Специальная комиссия будет дорабатывать этот проект, адаптируя его городским реалиям. Если в дальнейшем она примет решение о том, что на той или иной улице платная парковка все же нецелесообразна, ее удалят из утвержденного перечня. Здесь будут учитывать еще и наличие массовой застройки, внутриквартальную инфраструктуру, планы на комплексный ремонт дорог, наличие социальных учреждений поблизости. Мы сегодня решили по основным улицам, где будут предусматриваться парковки. Но детально, как я уже сегодня говорил, это больницы, школы, будем отдельно дорабатывать. И все вопросы, которые будут возникать в рамках рабочих совещаний, изменения однозначно будут вноситься. Также особое внимание обратят на места для инвалидов, чтобы они не простаивали, пока другие парковки заняты. По предварительным подсчетам, парковка будет стоить от 30 до 40 рублей в час для легковых автомобилей и до 80 рублей для грузовых. Позже цену могут скорректировать, чтобы она была более доступной для жителей города. Ожидается, что такие парковки будут бесплатными с 8 вечера до 8 утра, а также первые 15 минут стоянки. Будет рассмотрена возможность внедрения абонементов, а также резидентных разрешений, чтобы человек, живущий в конкретном месте, мог пользоваться правом парковки на льготных условиях. Эти нюансы еще обсуждаются экспертами. Самарские водители говорят, инициатива своевременная. В принципе, идея нормальная, и те, кто в основном в центре города обитают, понимают, что там с парковками, очень печально. Если мне час там постоять, 30 рублей мне не жалко заплатить. Зачем мне 2000 платить за то, что меня, например, там отвезут на эвакуаторе, а то и 3000. Если они будут платные, соответственно, будут какие-то места. И если это будет по разумной цене, я только за. Цены планируется сделать одними из самых низких по сравнению с другими городами-миллионниками, где эта модель уже работает – Казань, Нижний Новгород, Москва. Вместе с тем и бесплатные парковочные места останутся, в том числе и в центральной части Самары. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Константин Головин. События. Как работать на себя и не нарушать закон. В Самаре прошел бизнес-семинар для тех, кто хочет открыть свое дело. Как можно стать самозанятым, знает Анатолий Головко. Анастасия учится на третьем курсе юрфака, но уже сегодня знает, что в будущем откроет свое дело. Во-первых, я хочу узнать, что такое самозанятые, узнать больше, чем можно заниматься, как проводить эту деятельность и что вообще для этого нужно. С 2019 года в России тестируют новый налоговый режим. Его суть заключается в том, что самозанятые могут платить налоги по льготной ставке, если их годовой доход не превышает сумму в 2 миллиона 400 тысяч рублей. По словам экспертов, это поможет начинающим коммерсантам реализовать самые смелые идеи. Студент тоже человек, он должен работать, он должен кушать, ему хочется творить, ему хочется свои проекты реализовывать. У студентов, как и у всех людей, тоже достаточное количество своих идей. И в связи с наличием таких идей, они должны иметь шанс реализовать их без лишнего бития по рукам и без лишних бюрократических проволочек. Сотрудники вуза считают, подобные семинары для студентов – хороший шанс реализовать себя в будущем. Мы очень рады, что студентам предоставилась такая возможность узнать из первых уст, что это такое. Поговорить с практиком непосредственно по этой актуальной теме. Организатором бизнес-семинаров, которые проходят практически ежедневно, выступает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Зарегистрироваться на данные семинары, которых осталось ровно 5, можно через сайт право-рост.ру, либо по телефону 340-51. Выбрать понравившийся вам семинар и зарегистрироваться, прийти на него. Все семинары проходят абсолютно на бесплатной основе. До конца года самарским бизнесменам расскажут о 5 шагах к успеху, социальном предпринимательстве и юридических аспектах предпринимательской деятельности. После лекции все желающие смогут получить индивидуальную консультацию. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других событиях дня. 12 тонн полуфабрикатов из Китая, в том числе утиных грудок, не дали ввести самарские таможенники. Товар пытались переправить по поддельным документам. Грузовую машину, которая ехала из Казахстана, остановили в Маштаково. Фальшивкой оказалось ветеринарное свидетельство. Весь товар изъяли и передали сотрудникам Россельхознадзора.
В Самарской области осудили банду нефтеврезчиков. По данным силовиков, в нее входили 7 человек. Работала группировка в Волжском районе. С ноября 2016 года по март 2017 из нефтепровода в поселке Просвет она похитила более 2600 тонн нефти, почти на 46 миллионов рублей. Узнав, что их могут разоблачить, преступники решили подкупить взяткой сотрудников ФСБ, чтобы получать от них информацию и избежать розыска. Но операция провалилась. Самый большой срок получили два организатора банды. Их приговорили к 8 годам лишения свободы. Также им придется выплатить штраф в доходы государства в размере 6 миллионов рублей. Их сообщникам дали от 2,5 до 6 лет лишения свободы. В Самаре отремонтируют дорогу на улице 22-го партсъезда до проспекта Карла Маркса. Ремонтом планируют заняться в 2021 году. Работы будут проходить в два этапа. Первый коснется участка от улицы Солнечной до Московского шоссе, а второй – от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской. Реконструкция будет выполнена благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Самаре подорожает зимняя переправа в Рождественно. Это произойдет к концу года. Об этом сообщает Департамент ценового и тарифного регулирования 63-го региона. Документ разместили на официальном сайте правительства Самарской области. Горожане смогут добраться от речного порта до села Рождественно или Прорана и в обратном направлении за 80 рублей вместо прежних 75 рублей. Поездка ребенка обойдется родителям в 40 рублей, уточнили в департаменте. Самарец прописал в своей квартире несколько сотен человек. Ближайшие несколько лет ему придется провести в тюрьме. Как выяснило следствие, с мая прошлого года по февраль нынешнего мужчина, кстати, ранее судимый, незаконно прописал у себя более 700 мигрантов. Силовики возбудили против него уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». В данный момент дело насчитывает 114 эпизодов. Суд признал самарца виновным и отправил его в колонию строгого режима на 2 года. Сотни самарцев собрались сегодня утром на площади Славы. От школьников до ветеранов к вечному огню они возложили цветы. Так горожане отметили День неизвестного солдата. Сергей Кизоркин расскажет, как появился этот праздник. Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава героям! Слава героям! Слава! Герой соцтруда Федор Жмакин по большим военным праздникам всегда приходит к вечному огню помянуть отца. Он один из тех, кого называют неизвестный солдат. Погиб при обороне Москвы. Прошло время 60 лет. 60 лет, слава богу, на компьютере, значит, я нашел, где отец погиб, где захоронен. Ну, захоронен под Москвой в то время. Значит, там бои шли большие. Для генерала Анатолия Шаповалова, героя афганской войны, этот день тоже особенный. Сегодня собрались сюда, особенно молодежь, правильно сделали, что приходит сюда, чтобы поклониться этим людям, которые отстояли независимость нашей страны и поддерживают боеготовность, ибо это святое дело, потому что защищать свою родину – это есть самый священный долг гражданина нашей страны. Дата 3 декабря, День неизвестного солдата, выбрана специально. В этот день, в 1966 году, в 25-ю годовщину разгрома вермахта под Москвой, прах неизвестного советского солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронили у Кремлевской стены в Александровском саду. В современной России День неизвестного солдата массово отмечают уже 6-й год. Кроме возложения цветов к вечному огню и к мемориалам, в школах, колледжах и институтах проходят уроки мужества. Сегодня почтили память героев на площади Славы депутаты, представители органов власти и патриотических клубов. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Однажды в сказке под таким девизом в Самаре прошел 10-й инклюзивный бал-маскарад. Сотни человек, забыв про свои болезни, закружились в ритме вальса и полонеза. Кроме того, в Международный день инвалида самые активные получили заслуженные награды. Мэри Ильчан оценила волю этих людей к победе и желание жить.
На инклюзивном балу сотни участников, но к каждому танцору индивидуальный подход. Главным героем торжества пару составляют волонтеры. Готовятся к балу 3 месяца. Не только разучивают па, но и подбирают наряды. К балу-маскараду маски делали сами участники. Мы учимся общаться, мы учимся быть галантными, дарить комплименты, взаимодействовать друг с другом. И я могу сказать без преувеличения, что для каждого из участников этот праздник – это шанс выйти из комнаты. Инклюзивный бал – это одно из тех исключений, которое есть, потому что его ждут, его любят. Все больше людей собираются на балах. Идет сарафанное радио, многие ребята впервые за месяц выезжают из дома для того, чтобы его посетить. Ольга Лифанова практически не видит. В этом мире девушка ориентируется с помощью своего друга, собаки Геры. Ольга работает в инклюзивном ресурсном центре, который организовал бал. Но, несмотря на это, решиться прийти ей было непросто. Это совершенно уникальный опыт, очень важный для меня, ценный, потому что это такой выход из зоны комфорта, это возможность почувствовать себя прекрасной дамой, прекрасной принцессой. А в повседневной жизни, к сожалению, таких возможностей, особенно для человека с инвалидностью, практически нету. После бала Ольга отправляется еще на одно знаковое для нее мероприятие. В Международный день инвалидов девушку награждают именной премией губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ольга реализует социально значимый проект со скоростью звука. Благодаря ему слабовидящие люди учатся ориентироваться в пространстве, организовывать свой досуг и пользоваться гаджетами. Нет никаких границ и преград, все только в голове, только вперед, друзья. И в Самарской области есть замечательный опыт сотрудничества с общественными организациями, просто с активными людьми. И для нас это главные эксперты, не только уже теперь эксперты, но и участники в реализации всех наших программ. В Самарской области проживают более 200 тысяч людей с инвалидностью, многие из которых построили карьеру, создали семьи и преуспевают в спорте. Созданию универсальной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья региональным правительством уделяется большое внимание. Мария Илчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Все оттенки джазовых настроений прозвучали на концерте в Дирижабле. На сцену вышли коллективы, которые играли для самарцев все лето на набережной. На родину ритмичных мелодий юг США прошлого века перенеслась и Мария Левина. Алла Шевцова сама музыкант. Джаз еще не играла, но нравится его слушать. Летом, как и многие самарцы, любила проводить время на вечерней набережной, наслаждалась курортной атмосферой. Сейчас рада, что с наступлением холодов культурная жизнь в городе не замерла. Очень рада, что у нас в Самаре вот в последнее время вошло в моду, можно так сказать, приобщать людей к культуре. То есть все вот эти выставки, приглашения, посещение музеев, театров, общение с просвещенными людьми, думаю, это будет благотворно сказываться на общем уровне наших самарских и жителях, и на гостях, которые к нам приезжают. Добрые летние традиции благодаря проекту «Культурное сердце России», по которому на набережной все лето проходили концерты, полюбившиеся самарцам, и зимой звучит согревающий джаз. Открывает вечер джаз-бенд «Марвисла Трио». Группировку создала год назад Велена Земскова. Музыкой она занимается уже почти 2 десятка лет. Преподавала студентам и подумала, почему бы не открыть свой проект. Получилось достаточно успешно. В коллективе нет барабанов, в арсенале контрабас, гитара и чарующий вокал. Есть где высказаться, есть где поиграть. И очень приятно, что существует такой общественный проект, как «Культурное сердце России», в котором мы с огромным удовольствием принимаем участие. Нас зовут, нас уже знают. Проект, по которому каждый вечер проходили концерты на набережной, создан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. По нему же концерты расписаны на каждые выходные декабря. Площадкой для выступления артистов служит новый концертно-театральный комплекс «Дирижабль», где в будни занимаются студенты с ГИКа. Зрителям это интересно и артистам, потому что артист профессиональный или из любительского коллектива, очень нуждается в поддержке, нуждается в аплодисментах, нуждается в
понимании того, чем он занимается. На концерте не только можно, но и нужно было танцевать. Выступление совпало с фестивалем по линди-хопу. В Самару приехали танцоры из ближайших городов. Вместе с самарскими артистами они провели мастер-класс для гостей вечера. Тех, кто пропустил концерт, ждут уже на следующих выходных. Мария Левина, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагист» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на YouTube. Удачи вам, увидимся.